Мы находимся в непосредственной близости возле посадки курицы и петуха. Сейчас мы попробуем их заснять и, может быть, даже взять небольшое интервью, если они смогут с нами пообщаться и позволят нам подойти поближе к ним. Как мы видим, петух в окружении своей свиты. Мы попробуем у него сейчас что-нибудь спросить. Как вы добрались до нашей планеты? У вас есть какие-то технологии, позволяющие преодолеть гравитацию? Вы не хотите отвечать? Наверное, они просто не владеют нашим языком еще. Ладно. Ну что ж, это все. С вами был Андрей Дубовицкий и Оля Ящедрук, Первый канал ОРТ.